Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Russian Power Game. С вами возвращаемся в Metal Gear Rising Revengeance. И, соответственно, продолжаем ее сегодня проходить. Сегодня у нас есть много чего обсудить. И, конечно же, перед началом видео хочу пожелать всем приятнейшего просмотра. Усаживайтесь поудобнее. И не забывайте, что лайки, комментарии, подписочки приветствуются. Ну а мы с вами продолжаем. И я хочу заранее извиниться, что вот эти два дня не было видео. Потому что, ну, блин, ребят, бывают такие моменты, когда что-то от тебя не зависит. Очень много дел было, к сожалению, которые нужно было решить. И, соответственно, мы с вами вот только сегодня. Я потому что вот не уверен, что в ближайшее время тоже будут очень часто выходить видео. Я постараюсь это делать. Но, опять-таки, ничего не гарантирую. Так что прошу понять и простить. Так что, если опять-таки услышите какие-то звуки, там, сверления, бурления, так что, по это самое, не обращайте, пожалуйста, на это внимание. По крайней мере, попробуйте, если вам вообще слышно хоть что-то. Так вот, давайте пройдем тихонечко вперед и будем потихонечку вспоминать, во-первых, и комментарии обсуждать, потому что мне написали много чего интересного. Давайте, так, нам дали фосфорную гранату. Хорошо, давайте, мне сказали, что нужно зайти в режим помощь. Вот, все правильно. И, соответственно, у нас с вами есть список комбинаций, которые мы с вами, то есть, как бы, почему-то управление не в управлении, а именно в помощи. Ну ладно, хорошо. Слабая атака, во время слабой атаки небольшая пауза, затем, ага, хорошо, сильная атака. Правый задний удар, тройной удар, шквал ударов, ураганный разрез. Так, это треугольник X, ага, я это покупал или нет? Колющий удар, ага, хорошо. Ломтерезка. То есть, ага. Я просто нажимал все подряд. И как бы, блин, тройной удар с подъемом. Так, Y, X. Так, горлорез. Ну, все, на самом деле, как бы, подрезка. Y, небольшая пауза, затем X. Хорошо, так. Тяжелая поступь. Офигеть. Блин, это все, а сколько их здесь? До небес, вот, до небес, два раза вперед X, хорошо, мы это выучили. Удар грома, назад вперед X, о, вот это хорошо, то есть назад вперед X у нас получится удар грома, хорошо. Воздушный разрез, это во время прыжка X, ага, хорошо. Серповидный разрез, Y во время прыжка, а головоломка во время прыжка, ага, так, хорошо. Защитное нападение, это то, что мне нужно было, это... Короче, мне написали, что если на меня, то есть там во время боя еще обсудим, короче, если на меня бегут с желтой атакой, то, соответственно, я не могу от этого удара уклониться, и нужно использовать защитное нападение. То есть как бы X плюс A у нас получится защитное нападение. И, во-первых, вот эти вот у нас новые приемы, которые я покупал, давайте мы, то есть до небес я понял, как работает, удар грома я еще не пробовал, а вот защитное нападение хочется попробовать. То есть X плюс A, хорошо, то есть, так, сейчас... Во! Только почему-то он делает это в обратную сторону. То есть, как бы, это здорово. А как это делать, чтобы это было в ту сторону, в которую мне надо? Или он только будет в обратную сторону это делать? А, все, я понял. Я все понял. Прикольно, прикольно. Так, это у нас вот это, а защитное нападение... Вот, ребят, то есть это у нас защитное нападение. Мы нажимаем две клавиши сразу. И, собственно, можно попробовать таким образом тоже парировать атаки. То есть мы парируем атаку и защищаем. То есть мы, в теории, здесь отбиваем удар. И можем еще нанести даже урон. Это классно. Это очень классно, поэтому движемся вперед. Мы с вами, как мы помним с предыдущей серии, оказались в секретной лаборатории, которая была где-то в канализации. Соответственно, мы сейчас в нее проникли и сейчас будем изучать ее дальше. Так, давайте продолжим. Так, действие внимания, нажимаем Б-шечку. Также еще написали, что белый костюм не регенерирует здоровье. Он просто повышает количество аптечек до 10. Но в любом случае, это классно. Так, врагов вижу. Хорошо, врагов я вижу. Вижу ли я камеры? Камер я не вижу, это самое главное, это хорошо. Так, здесь что-то лежит, я уже это вижу. Это восстанавливающая нанопластина нам не помешает ни в коем случае. И также еще написали... А что? А где? Оно внизу, я так понимаю? Короче, тот черный ящик, который был злополучный, не собранный в прошлой серии, легко собирался, то есть его нужно было как-то подпрыгнуть. Так, кстати, там что-то есть. Я не могу приблизить, но вот там еще снайперская винтовка или что это? Короче, там что-то прикольное. Так, давайте разбираться. Давайте разбираться, эти пацаны, ну, по стелсу можно, конечно, попробовать, но как? Их тут больно много.
Так, давайте подумаем. То есть, ну, можно, конечно, попробовать их оббежать как-то. Ну, то есть, перепрыгнуть там что-то, я не знаю. А как-то можно вот туда вот перепрыгнуть сразу? Мне просто интересно. Вот туда, например. О-о-о! Во, вот это красиво сейчас было. Хорошо, тихо. Ой-ой-ой, пришла таки сволочь, а? Так, спокойно. Сейчас разберемся. Давайте, пацаны. Граната. Черт подери, я давно не играл. Да черт тебя подери, спокойно. Я же нажимаю. Так, отлично. Раз, два. Двоих просто офигеть. Вот это красиво сейчас было. Тихо. Так. Это было защита. Сейчас, давай, иди сюда. Иди сюда, сволочь. Давай. Только не так. Не договаривались. Второй пришел, зараза. Ну, давай. Попробуй. Я понял тебя. Я тебя услышал. Так, я сейчас что-то не это. Не вдупляю. Как их победить-то? Они из пулемета просто шмаляют. Нападать будем, нет? Отлично. Этот валяется, мы потом его добьем. Иди сюда. Давай. Иди сюда. Так, это что-то он там зарядил. Мне не нравится пока что, что он зарядил. А, здорово. Так, таргет мне, пожалуйста, на него. Иди сюда, давай. Так, не, это фигня, это все фигня, не надо. Это не блочится. Я заблокировал. Иди сюда. Ах ты, зараза какая, а. Так, я, короче, учусь. Я в любом случае учусь. Спокойно. Спокойно. Ну, это не самое удачное, что могло получиться на самом деле. К сожалению, я уничтожил его полностью. Так, он продолжает заниматься этой дичью. Я понял тебя. А что, не хватает, что ли? Подожди, в смысле? Я же могу это самое. А что не так-то? Почему? Я не понимаю, он светится, я могу его разрезать, но мне что, не хватает чего-то, что ли? Так. Вот, другое дело, хорошо. Надо научиться. Так, сейчас с этим разберемся. Хорошо. Он что, не сломался еще до сих пор? Все, сломался. Ну, мы, по крайней мере, А, здорово. Здорово, рукозад. Здорово. Хорошо. Так, рейтинг Б. Ну, понятно, почему Б, как бы, но я считаю, что мы с вами очень... Райден, а если они будут продолжать усиливать безопасность, то могут закрыть все внешние сетевые подключения. Пожалуйста, старайся оставаться незамеченным. Все-таки просят меня быть немножечко постелсовее. Ладно, я попробую, но я не гарантирую. Кстати, сверху что-то было. Сверху было что-то. А почему я туда не могу попасть? Я же помню, что там что-то было. И это, соответственно, у нас что? Это самонаводящийся снаряд. Я думаю, какая снайперка, если это снаряд. Так, у нас есть две коробки. Коробки нам пока что не особо нужны, но нам нужно двигаться в любом случае дальше. Так, что это такое? Это мы можем сломать. Только зачем? Зачем мы можем это сломать? Непонятно. Так, короче, давайте попробуем действовать более скрытно. Я, короче, начал понимать, как работает здесь парирование и блокирование. Начал понимать, потому что нужно прям хорошо нажимать и нужно держать в сторону противника. Еще сказали, что там с муссоном будет тяжело, если не научусь блокировать. Будет ли он у нас сегодня, я не знаю. Кто это? Это что, этот Крэнк из Черепашек-ниндзя, что ли? Мозг этот. Здрасте. Капец, лютая фигня.
Глазастые какие, а? И чего? А кто это? Кто эти люди? Найдите его! В смысле? Что такое? Здорово! Хорошо! Хорошечно! Хорошо! Красиво! Ой, вот сейчас хорошо было! Иди сюда! Давай! Ой, хорошо! Хорошо-то как, а? Ну, ребят, ну кажется, я начинаю что-то в этом понимать. Я, конечно, не эксперт. Хорошо, ну не совсем хорошо, но это, в принципе, неплохо. Вот так вот, вот так-то лучше. Вот такие, вот так вот настоящие мужики действуют. Все красиво. Идеально, я бы сказал. Почему Б? Я вообще урона не получил. Здрасте. Все кончено? Пока что да. Но это комната. Там были целые ряды мозгов для киборгов. Да, мы видели. Джордж сказал, что они извлекают органы из детей. Да, видимо, поэтому они и занимаются торговлей детьми. Возможно, они продают остальное, но точно забирают мозги себе. Боже, они превращают этих детей в киборгов? Подожди, киборги, с которыми ты сражался, были похожи на были детьми? Ты говорил, что раньше встречал детей солдат. Да, но здесь их не видел. Это были не дети. Так, что? Деспирадо просто проводит здесь операции? Мы должны что-нибудь сделать со всем этим мозгами. И другими детьми, о которых говорил Джордж. Он сбежал всего пару часов назад, но они не смогли бы извлечь все мозги так быстро. Верно. Там должна быть куча детей, которых они еще не тронули. Мне лучше поторопиться. Все, погнали. Найдите мини-гекка. Так, мини-гекка это у нас что? Мини-гекка, короче, я так понял, гекка это, короче, вот эти вот хрени ходячие. Типа Metal Gear, я так понял, что это они гекка. Если я правильно все понимаю, то это типа должны быть они. Ну ладно. Здесь я был. Мне здесь не особо ничего интересного. Так, так, давайте зайдем сюда. Здесь нас ждет дроп. Собственно, здесь открываем. Получаем здесь пластину. Сказали, что если будет не хватать чего-то... Так, ага, внимание. Спокойно. А, рукозад, здрасте. А чё, зачем? А, это мини-гекка, да? Это мини-гекка, я понял. Все, мы нашли его. И зачем он мне нужен? По стелсу? По стелсу? По стелсу? По стелсу? Так, найдите терминал. Так, я... Ой, блин. Теперь использую его, чтобы найти терминал для ввода данных. Так, атака, прыжок, рывок. Хорошо. Эти парни стали довольно нервными. Одно неловкое движение, не откроют огонь. Так. Ну да. Попробуй добраться до головы киборга сзади. Электрический разряд должен его вырубить. Так, подожди, бру... А, это подожди. Ага, так это... Здрасте. Здравствуйте. Это я. Ваш сородич, так сказать. А куда идти? Какой-то киборг мне нужен. Так, хорошо, я прыгать умею? Прыгать я умею. И, в принципе, неплохо. Рывок. Хорошо, атака с Так, короче. Я так понимаю. Мне нужно действовать скрытно. То есть здесь... что-то с Metal Gear Solid. Так, ну-ка иди сюда. Так, а как? Во! Хранилище данных. Здравствуйте. Это я. Это я. Рукозад. Мини-гекка. Так, здравствуйте, это я. Камеру можно, пожалуйста, вращать мне? Пожалуйста, камеру. Можно вращать? Что такое? Камера не вращалась. Так, тихо, пацаны. Пацаны, это я. Я свой. Я вообще ничего не делаю. Тихо. Я просто здесь... Я этот... Рукозад. Тихо. Я иду. По своим делам. Собственно, вышел только из душа. Давай. Тихо. Пацаны, не надо. Не надо. Они особо внимания на меня не обращают, но я, короче, здесь пойду. Мне кажется, здесь вообще иде... Ой. А ты как бы этот, я ж свой. Ну, типа, давай это самое. Давай, а куда идти-то? Ага, я понял, куда мне надо идти. Но я не знаю. Короче, мне надо как-то запрыгнуть. Я думаю, что это неплохое место. Так, ты как бы это самое. Я же... Оп! Тихо. Давай мы не будем на глаза попадаться, да? Вот да, иди. Я не буду. Я не буду тебе мешать. Просто тихонько все сделаем. Он типа здесь просто ходит или как? То есть он у него какая точка-то? Бля, зараза.
Я не понимаю, они сказали, что одно неловкое движение и что-то там, короче. Ладно, я пошел, короче. Попробую проскочить, может быть, что-то получится. Мимо этого солдафона. Тихо, вот. Вот, все, мы на месте. А, без урона, ранг битвы Б. Да почему? А, типа время, я понял. Этот терминал, скорее всего, предназначен для загрузки заданий в БПУ. Попробуем с его помощью получить доступ к серверу лаборатории. Давай, давай, давай. Так, это какой-то принтер, в моем понимании. Так, ага, все понял. У него, я не знаю, что-то можно за него собирать нельзя, но, короче, давай. Надо спасать детей, срочно. USB не вставляется, с другой стороны попробуем. Да, это же шутка, это же шутка. USB-шка не вставляется. Алло. Райден, я кое-что нашел. В визуальных логах одного из киборгов часовых. Угадай, кто показался? Включайте. Разумеется. Так, и кто там? Кто это? Пока ничего не понятно. Так, отправляй нам все, что у вас есть. Мы уже начали VR-тренировку. Программу Сирса? Да, ту, которую уже использовали на Джорджи и других либерийских детях. Запустите программу напрямую в мозг, и тогда ощущения будут, что это было все по-настоящему. Чё? Ваша работа достойна восхищения. А вот твоя работа разочаровывает. Нам нужен корабль, прежде чем обнаружить наше убежище. Какие-то дрящи уже шныряют в округе. Кто это? Мы пока не можем обеспечить заявленное количество. Каждому мозгу нужен свой подход. Нельзя просто взять и зачерпнуть как мороженое ложечкой. Ладно, я тебя понял. Спасибо за ваше понимание. Высылай то, что у тебя есть сейчас, и уничтожь оставшиеся экземпляры. Что? Ну, вы понимаете, сколько они стоят? Насколько я знаю, бездомные дети не редкость в этой стране. Их миллионы. Мы доставим тебе еще, когда устроим, что? Эти дети ведут жизнь полную голода и боли. Мы делаем одолжение им и городам, которые они загрязняют. Кто это? Но даже поиск доноров потребует серьезных инвестиций. Да, да, ты получишь деньги. Свяжитесь с бухгалтерией. Спасибо. Я уверяю вас, мы избавимся от экземпляров, когда будет подтверждение финансово. Это все. У меня полнолотный график на сегодня. Кто эти люди? Ты кумси, навязчивая сучка. Америка настрадалась сполна. О, да, сэр, спасибо, сэр. Позвольте вас проводить. Подожди, это же лысый. Это же лысый Хитман. Это... Ты видел это, Кев? Убийца Нмани. Начальник оперативного отдела Деспирадо по прозвищу Сандаунер. Калифорнийский пожар, дети. Думаешь, мы опоздали? Есть только один способ выяснить. Джордж был все еще жив. Может быть, еще не все. Не было оплаты. Возможно. Но слышал, что он сказал. Они уже испытали несколько мозгов в VR-тренировке. Тут должно быть что-то еще. Что насчет важной персоны в костюме? Я выясню. Он определенно кажется знакомым. Ладно, я пошел с детьми. Так, найдите пленных детей. Пацаны, здорово! Красиво. Отлично. Тихо, 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 не расслабляемся. Булки не расслабляем. Вот так, вот так-то. Вот такие дела. Во... Ну что, ребят? Ну что, ребята? Что скажете теперь, а? Мне кажется, у меня начало получаться хоть что-то. Так, ну я, конечно, неторопливо все делаю. Так, здорово, ты. Иди сюда, иди сюда. Давай, 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 подходи, подходи, подходи. Я просто промолчу. Я просто промолчу. Я просто... Я просто в шоке. Оказывается, игра-то не очень сложная. Нет, ну, типа, это просто я сейчас так... Чё вообще? Как? Ребят, ну, чё-то, короче, я сделал такое.
что я научился играть. О, пацаны, еще. А, это вы, рукожопы. Тихо. Так, а я что-то не понял, я же их ломаю, типа, да? Ладно, хорошо. Я просто, это, у меня же там включается режим уже, да, соответственно. И я такой, типа, думаю, что надо их рубить в режиме клинка. И из них тоже что-то выпадает, но что-то ничего из них не выпадает, я не понимаю. Так, короче, мне надо наверх. А, еще ты? Здорово. А, все, он сломался. Жаль, ну ладно. Жалко, что он сломался, но ничего страшного. Так, давайте обследуем здесь всю местность. Мне кажется, здесь что-то должно быть однозначно вообще просто. 100% что-то должно быть. Во-первых, наверху я видел уже ящик, который надо оббежать и получить. Это черный же ящик, да? Или нет? Да, это черный ящик. И нам он однозначно нужен. Так. А, да, я точно, я вспомнил. Он в режиме клинка открывается. Мне сейчас надо будет сожрать эту... пилюльку. Так, пакет электролитов. Все. Вот, а, все, отлично. Выносливость плюс один. Так, гайд битвы удерживать. Надеть что? Зачем? А, это он меня учит этой коробки, что ли? Блин, мне классно, просто четко. Короче, я разобрался. Я понял, в какой момент эти вот тайминги какие-то уже начинаются у меня в голове какая-то картина складываться, при том, что я в игру достаточно... Так, тихо, спокойно. Это хранилище данных, которое... Которое там. Я вижу. А как так-то? Ой, сука, только не говори мне, что его можно было собрать только за этого дебилоида. Ну, серьезно? Да ладно. Вот за этого вот гека, серьезно? Ну как-то, ну серьезно. Камон. Ну я не могу здесь пройти. Просто, я же не могу эти ломать. Не могу. Это ведь не ломается. Нет, это не ломается. А запрыгнуть как-то могу? Нет, не могу. И забежать тоже, соответственно. Ладно, я понял. Короче... мы с вами профукали хранилище данных, потому что его нужно было собирать за мини-гека. Печально, но что поделать. Что поделать, теперь уже не вернешься за него. Так, а здесь что-то есть? Да вроде ничего нету. Ну, я так понимаю, что если бы что-то важное было, мне бы подсветило. Я думаю, пойдем дальше. И не будем особо медлить. Открывай. Будет у нас сегодня босс, я не знаю. Но пока что намеков особых нет. Локация, в принципе, довольно длинная. Так, ага. А, ну и я все понял. Я все понял. Алло! Плохие новости, Райден. Мы не можем найти Джорджа. Что? Может быть, ты отправил неправильные координаты? Невозможно, я отметил на GPS точку входа и зафиксировал все свои передвижения от нее. Плохо дело. Ты думаешь, что они добрались до него первым? Я не знаю. Я отправлю наших людей перечесать эту зону еще раз. Спасибо. Мне лучше поторопиться. Все, погнали. Так-так-так. Так-так-так. Это у нас восстанавливающая нанопластина, мы ее возьмем, конечно же. И ЭМ-гранаты, которые мы с вами... Нам их, знаете, вот, как мне сказали, что очень-очень понадобится на Муссоне. И их нам прям так любезнейше нам их подкидывают. Так, подожди, нет. Любезнейшие их нам подкидывают, как будто бы знают. Вот у нас 5 штук их целых. Я думаю, нам должно хватить. Так, короче, пока что коробку оставим. Вроде никого нет. Кстати, так интересно, типа, зачем мне 2 коробки? Что может случиться с одной? Зачем их 5? Непонятно. Если знаете, напишите. Так. Угу. Как-то пусто, да? Вот, то есть, нету ощущения, что здесь очень... А, да? Понятно. Вот тебе и ощущение. Ощущение счастья, радости и всего остального. Так, здравствуйте. Это танк какой-то, что ли? Он ездит, нет? Он ездит? Здрасте. Или он на месте стоит, я не понимаю. Так, подожди. Это турель, да? Так, это турель, да. Ща, подожди, разберемся. Во-первых, надо понять, убивает ли нас в беге ниндзя. Ей, погнали, попробуем. Ага, понял, она какое-то время целится. Хорошо, мы запомним этот момент. Мы этот момент запомним. Ящик хранения мы, собственно, собираем. А, да ладно, в смысле?
Во, другое дело. Так, это мы собрали, но нам оно пока не надо. Так, короче. Есть, конечно, идея максимально тупая, проверить я ее хочу, но типа, окей. Просто интересно. Понял. Все, базару ноль. Я все понял, они видят через коробку. Так, музяка пошла. Надо подумать. Это, кстати, с первого босса музыка. Так, надо подумать. Короче, ну, у меня какая идея? Я могу попробовать сделать следующим образом. Во-первых, взять самонаводящийся снаряд и попробовать каким-то образом бахнуть, да? Так, я не понимаю, попал я, не попал. А что-то непонятно даже. Может, и попал на самом деле, но меня бьют как бы. Давайте два раза выстрелим просто. А, не дает, да? То есть нет, один раз я выстрелил, больше не дает, хорошо. Так, шумовая граната. На разовое применение используется... Способна отключить коммуникации большинства волн длиной... Ага, действительно помехи. Дистанционно управляем БПУ. Я не уверен, что радиошумовая граната мне поможет. 3D-фоторамка. Так. Пока не понимаю, зачем нужна 3D-фоторамка. Короче. Мне кажется, надо рашить. Мне кажется, просто тупо раш. Но такой раш. Обдуманный, я бы сказал, раш. Нужен. Ублюдок блокирует твой путь. Протолкни его. Да, я понимаю. Борис. Не учи. Я понимаю, что надо сделать. Мне, короче, надо просто перепрыгнуть его и сзади замочить. Отвали. Отвали от меня. Отвали от меня, придурок. Тихо. Я понял. Это типа мини-босса, да? Я понял. А как его протолкнуть-то, а? Чё-то не понимаю. Так, спокойно. Здесь что-то есть? Ничего нету. По верхам, может быть? Может, по верхам реально? А, он не прыгает, да? Хорошо, я понял. Как вытолкать-то эту сволочь? Да, во-во-во, другое дело, хорошо. Все, езжай отсюда, давай. А, трансформер сейчас придет, я понял. Все, трансформатор. Трансформатор. Давай, погнали, погнали, погнали. Тихо. Не-не, сейчас нехорошо получилось, на самом деле. Блин, а я что-то, я вообще ничего не могу сделать. Хорошо, так, давай. Фигач, давай, нормально. Хорошо, другое дело. Да, блин, я же нажал, ну ладно, хорошо, мой косяк. А, зараза, а. Я так понимаю, их тоже можно отбивать, да? Так, это я вижу его хпшку. Блин, то ты зараза, а. Он станет прям вообще отвратительно просто. Ты задолбал, а. Он станет прям очень жестко. Иди сюда, давай. Да я же нажал, ты задрал, ну реально задрал, а. Как он это делает? Я вообще не понимаю. Ну сейчас он меня расстреляет просто из своей пукалки. Он просто... Он меня просто... Просто аннигилирует меня. Капец. Чё к чему? Ну, короче, ни к чему хорошему это не приведет. Да зараза, а. Он же не светится, чё я что-то делаю-то. Так ты зараза, сделай. Почему он прекратил-то свою... Боже, эта игра, она иногда меня бесит своим управлением. Я это вообще не то, что я хотел сделать. Да почему?
Да ты тупая, что ли, игра, я тебя ненавижу. Я все делал, не надо, что ли, нажимать там что-то или что? Бесполезная, а. Да все, он уже должен отъезжать просто сейчас. Когда он отъедет уже, а? Мне просто нечего сказать. Долбал кататься на своих коньках, а? Ну все. Короче, это было отвратительно. Это было просто отвратительно. Да. Райден, я знал, что уже где-то видел этого парня. Стивен Армстронг, сенатор Колорадо, Стивен Армстронг. О нем уже говорят как о победителе на выборах в 2020 году. И вот еще, 2 года назад федеральное большое жюри расследовало его связь с... World Marshal, одной из крупнейших ЧВК, я помню. Крупнейшая с тех пор, как распалась большая пятерка. Кроме того, они являлись крупнейшими в мире инвесторами в сфере исследования и разработки военных киборгов. Полагаю, это ответ на вопрос, кто поддерживает Деспирадо. Маршал и Деспирадо в одной постели. Должны получиться отличные заголовки. Заголовки? Мы говорим о World Marshal и сенаторе США. Не будет никаких заголовков. Даже без фильтра патриотов ни одно крупное СМИ не станет рассматривать такие заявления. Это будет финансовое и политическое самоубийство. К чему ты ведешь? Будем спокойно сидеть и смотреть, как они дальше вскрывают детей? Постоим в сторонке, пока не создают армию киборгов? Ты слышал их? Мы закроем одну лабораторию, а не построят другую. Они планируют что-то большое. Кев, мы не можем просто ждать, когда это произойдет. Мы первым должны нанести удар, серьезный удар, в самое сердце. Нет, Райден, нет. Я знаю, что ты думаешь, и просто нет. Колорадо в Америке. А в Америке есть такие штуки, которые называются законами. Угу. И правоохранительные органы в Денвере были приватизированы и отданы на откуп. Маршал, да ну и что? Есть еще законы, это и это их штаб-квартира. Ты собираешься отправиться в самый эпицентр этого дерьмоштурма? А я это и не говорил, что будет легко. Обсудим на восток, спасем детей. Господи, конец связи. Так, короче, найдите пленных детей, окей, хорошо. Давайте полечимся, что ли. Мне просто очень бесит. Мне говорят, типа, не лечись сам, но я не могу не лечиться сам, потому что меня бесит этот экран. Ну, реально бесит. Короче, это было очень сложно. Короче, что касается обычных противников, я уже начинаю постепенно понимать, что как с ними делать. А когда дело доходит до боссов, то там, конечно, уже все. Всплывает мой настоящий скилл, так сказать, и которого вообще нет. То есть, как бы, ну окей, ладно. Я не жалуюсь, как бы, мне игра нравится, и прохожу как прохожу, так что уж. Не будем сильно на это обращать внимание, в любом случае, уже играю лучше, чем играл. Так, погнали. Ящик открываем. Это что? Это фосфорная граната, что такое? Так, ага, я вижу. Я вижу, вижу. Я все вижу, я все слышу. Здорово. Ага. А вы прям это? Вы прям триггерны или что? Просто они прям стоят и ждут меня. Я бы как бы со спины подошел, как бы разобрался бы. Или не получится? Ну ладно, погнали. Красота. А, отлично. Ты где? Второй. Ты где? Вот так-то. Не, с этими уже я понял, что делать. А вот с другими пока что у меня напряг и натуг. Но ничего страшного. Ничего страшного. В принципе, я считаю, что блокировки у меня получаются уже гораздо лучше, чем они были. То есть я уже начинаю немножко чувствовать тайминги этой игры. То есть, как бы, ну, типа, когда что надо делать. Плюс немножко выучил всякие приемчики там, как бы. Ну, как бы я не говорю там про всем какие-то супер крутые комбинации, но... По-моему, получается уже гораздо лучше. Так.
Так, сюда, хорошо. Погнали, это что-то типа лифта или нет? Нет, это не лифт, это какая-то панель... Алло, доктор, здрасте. А, криокамеры с искусственной кровью. Похоже, они начали подготовку к заморозке. Что вы имеете в виду? Это устройство заполнено синтетической плазменной кровью. Оно замедляет метаболизм собранных органов. Циркуляция плазм поддерживает уровень кислорода в них. Ты можешь сохранить в целости руку, мозг, любую часть тела в течение нескольких часов. Так что же они замораживают, зачем? Точно не знаю. Возможно, они хотят продать органы детей, от которых хотели избавиться. Невероятно. Тебе лучше поторопиться, Райден. Вероятно. Да, да, да. Почему я сказал за Райдена, как будто он доктор? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Так, ага, вижу. Хорошо. Хорошечно. Так, V-Армиссия 007. Мы их открываем потихоньку, но... Опять-таки, так, это коробки, которые обычные, да? Хорошо, нам сюда. Пока что все довольно коридорно. И как бы просто идем туда-сюда. Так, катсцена, да? Че, босс, что ли, реально? Или нет? Босс, не босс? Делайте ваши ставки. Дети. Надо детей спасать. Срочно. Выходите оттуда. Жесть. Что? Дерьмо. А, ну понятно, ясно. Эй, есть место? Ты кто? Ах, ты сволочь. Ты чё, отпусти пацана. Джордж. Райден. Ты слышал о хлороформе? Эффективный анестетик в малых дозах. Не стоит вдохнуть слишком много. И адьос, мучачос. Слышь, ты. Штрих-кодный. Отпусти детей. Разобьешь стекло, я вышибу ему мозги. Ты сволочь, а? Вот ты сволочь. Что делать будем? Надо что-то... Сдавайся! Или решай жизнь многих, или жизнь нескольких. Райден. Не переживать за меня! Заткнись, пендехо! Сдавайся! Я не буду повторять дважды. А ты сволочь, а. Джордж. Ты уверен? Я готов. Моя жизнь не настолько ценной. Но если я смогу забрать этот козел с собой в ад... Фига он какой жесткий этот Райден. Это все, что я хотел услышать. Остановись! Сейчас же! Да ты не выстрелишь! Ты не выстрелишь! Клянусь, я убью его! Да ты не убьешь! Ты тут... О, хоро... Ой, Джордж, молодец! Давай! Так... Сейчас в него выстрелит или в кого? Нет! Нет! Не-не-не-не, спасет, спасет, спасет. Сейф, сейф, сейф. Я же говорю сейф. Или нет? Или нет? Ну да. Слышь, покажи. Пацан-то жив, нет? Ах ты сволочь, ах ты сволочь. Так, сложность нормальная, раз сражение С, ну понятно, да? А, в смысле? А, как бы... А как вот это... А по какому принципу вообще происходит... зачисление ранка сражения? А, подожди, или это... Почему? Почему у меня везде ранг сражений Б, а зачислилось С? Чего? Униформа мариачи разблокирована. Окей, спасибо. Но я думаю, она нам особо не нужна. Это прикольно. Это прикольно, но пока не надо. Кастомизировать тело Райден. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Так, тело. Белая броня. Так, что у нас есть нового? Униформа мариачи. Так, может ввести... так, подожди. Для пытки ввести в заблуждение зверят среди местных. Зачем? Типа для стелса? Прикол. Основное оружие. Так, ВЧ-клинок. Так, улучшение. Соответственно, так, сила плюс... Так, что можем прокачать? Так, приобретено сила плюс 2. Вот, да, давайте-ка купим. Да, и поглощение. Так, истопленных ячеек. Так, хорошо, поглощение покупаем. И энергию, соответственно, покупаем также. Вот.
Это неплохо. Меч мы улучшили, я так понимаю, что в принципе как бы нам-то особо не надо. Так, здоровье. Здоровье. Так, выносливость плюс 2. Стоит 10 тысяч, я думаю, что мы обязательно возьмем. Да. Так, здоровье. Топливные элементы. Так, и топливные элементы плюс 2. Замечательно. Замечательно. Мы с вами прям все, прям тютелька в тютельку. 12 тысяч осталось. Я думаю, что на этом нам точно хватит. Да. Неплохо. Неплохо прокачались на самом деле. Потихоньку, помаленьку, да, пропускаем, что давайте посмотрим ролик. Денвер, он все-таки приехал в Америку, как и говорил, чтобы найти этого маршала. Тесла какая-то, что ли? Бесшумная прям. Звел столько данное заявление. Полиция выясняет мотив. Че? А, новости смотрит. Президент Гамильтон этим утром отправился на Ближний Восток для запланированной встречи с президентом Пакистана Фаруком Саламом. Встреча рассматривалась как попытка США укрепить отношения на фоне всплеска антиамериканского движения в регионе. Йо, ниндзя, братан! Джордж, рад видеть тебя на ногах. Как себя чувствуешь? На, лучше некуда. Нет боль, нет голод. Пока жердяи едят. Я никогда не чувствовал себя настолько живым. Это потому, что уровень сахара в своей крови поддерживается автоматически. Выглядишь, как будто кофе перебрал. О, я слышал, ты собрался нарать задницу этим уродом. Какого черта ты не взять меня с собой? Черт тебя дери, док. Прости, парень, ты будешь только мешаться. О. Кроме того, я думал, что ты не хочешь быть убийцей, верно? Я нет, но... Убийство — это не игра. Запомни. Ладно. Все, отрубился. Обиделся. Ну, так и нет, серьезно, зачем его брать с собой? Че вы там тут будете смотреть? Реально мешаться будет? Это то, что я хотел услышать. Че? В смысле? Не понял? Давай! Не понял. Она рвется утонуть в крови врагов, но ты его сдерживаешь. Че это? Флешбеки какие-то? Да, просто помни об этом. О, тормози! В смысле, че такое? Понятно, полиция купленная. Копы куплены и, соответственно, творят, что хотят. Ну, нельзя так делать на общественной дороге, это опасно. Это как минимум опасно. Реально. Райден, это что за херня? Ты не можешь уйти в отставку? Извини, Борис, все кончено. Мы ведь не можем допустить, чтобы сотрудник Маверик совершил вооруженный набег. Но теперь-то можно. Ты мог хотя бы поговорить со мной? Нет. Борис, пришло время уйти из старой команды. И я это сделал. Ты не можешь взять маршал в одиночку. Ну так иди со мной. Я не могу сидеть сложа руки, когда потрошат детей и обращаются с ними как с кусками мяса. Это отвратительно. Но не все так просто, Райден. Они импортируют мозги на законных основаниях для медицинских целей. Все это законно не значит правильно. Райден, я... Все ясно. Подожди пока. Жесть. Ну жесть, ушел, короче, из Маверика. В одиночку пошел всех уничтожать. Да, и тебя туда же. Ты не видишь, что за мной гонятся? Ну все. Да не-не-не-не, не стреляй, сейчас мы... Давай, пошли. Собака, пошли. Собака, пошли. Огонь! Сейчас он сверху. Сейчас он как выпрыгнет. Сейчас он как... А, чё? В смысле? Он не умер ведь? Он специально... Он притворился! Он притворился! Это было притворство. Серьезно. Так не может быть. Там нету Райдена. Нет, он есть. Но он... Так. Он в порядке, в полном. Он же киборг. Он же, черт возьми, киборг и собака. Я разведаю обстановку. Давай, давай, пошел. Пошел, пошел. Военный киборг, у вас нет разрешения на проведение операции в этом районе. Вы нарушаете государственный федеральный закон штата. Окей. Ну тогда вам лучше арестовать меня. Согласен. Да, да, давайте. 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 Вперед, 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 вперед. 18-3-104-7, кросс, ручит, вперед, кажется, привесил. Здорово, пацаны. Так, короче. Здравствуйте, пацаны.
Точка сохранения. Короче, я думаю, что с этими ребятами, киборги-полицейские, мы будем разбираться уже в следующей серии. Потому что это уже новая глава, это Денвер, это США, у нас та закончилась, началась новая, как сказать, сюжетная линия. Так что, друзья, думаю, на сегодня мы с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока-пока. Climbing on your